почему особое место в репертуаре Самарского концертного духового оркестра занимает вальс «На сопках Маньчжурии». Среди духовиков уже название «На сопках Маньчжурии» ассоциируется только с Самарой. Именно вальс «На сопках Маньчжурии» был впервые исполнен здесь. С каким успехом состоялись выступления коллектива на московском фестивале «С тобой, страна»? Чувство ответственности, оно, несомненно, было. Почему? Скажу, потому что выступление на Красной площади вживую – это другая история. Степень ответственности сразу повысилась после того, как во время репетиции нас попросили сводный оркестр прекратить репетицию, потому что за Кремлевской стеной в Кремле началось награждение президентом. И в момент и выступления, и в момент репетиции над Кремлем развивался президентский штандарт. То есть Владимир Владимирович был в Кремле. Что заставило москвичей и гостей столицы стоять под дождем и подпевать самарским музыкантам? Духовой оркестр, духовая музыка. Это от слова «душа» же. Угу. Поэтому музыка души, как можно от нее уйти? Своими впечатлениями делится директор Самарского концертного духового оркестра Евгений Пестерев и художественный руководитель, дирижер Сергей Рыбин. Смотрите программу «Город С» 21 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».